Ну, а сейчас немного мрака. Кири? Мы не так давно занимаемся, работаем над голосом, но вот сейчас на том уровне, на котором сейчас находимся, покажем некоторые приемы тяжелого, скажем так, экстремального вокала в акустическом виде. А мы, собственно, группа Oblivion Machine. Кто не знает, приходите на наши концерты, там будет еще более тяжелый вокал. Yeah.
мосты, и во мне танцуют ангелов с тобой по пути. Серебро мое имя, но если разделить, обращается ничто в тусклый выступление. Это просто к слову, что ну, заниматься одновременно чистым вокалом и гроулом, да? Я начала гроулом заниматься, еще не поставив окончательно чистый вокал. Вот, наверное, какие-то такие. Ну что, мы все это дело поправим, все будет хорошо. Спасибо, Лу, за все, за то, что ты есть. Еще раз с днем рождения тебя. Мы тебя все очень любим! Спасибо. Ну...